Благотворители спешат на помощь. Волонтеры фонда «Созвездие плюс» и движения «Обнимаю сердцем» приехали в противотуберкулезный диспансер, чтобы навестить детей из Центра социальной реабилитации. Малыши находятся здесь на обследовании. С собой гости привезли подарки. В Центре реабилитации живут дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Родители не могли даже собрать им необходимые в больницу вещи и предметы быта. Мы им, естественно, привезли все средства гигиены, начиная с туалетной бумаги, зубных щеток, зубной пасты, да, вкусности, как же без этого. Естественно, все детки, они все любят сладости, конфетки, чипсы и так далее, они вредны, но дети есть дети, поэтому мы и есть для того, чтобы их порадовать и дать им кусочек счастья. Подарком малыши были очень рады. Для них такие визиты – большой праздник. Волонтеры призывают общественников быть активнее и не забывать, что детки в больнице нуждаются в заботе и внимании. Причем не обязательно тратиться и дарить подарки. Любой ребенок требует, мне кажется, внимания с точки зрения творческого развития. Поэтому очень важно, чтобы приезжали с какими-то мастер-классами, с познавательными какими-то материалами, да, рассказывали им об истории нашего города. Мы здесь живем, и мы должны ее знать. Возможно, что какие-то экскурсионные программы, может быть, даже видеолектории в случае плохой погоды. Вариантов, в самом деле, очень много. И это, наверное, нужнее, чем вкусная конфета. В диспансере с детьми занимаются. С ними работает воспитатель, для школьников проводят уроки. Иногда бывают концерты и развлекательные программы. Но все равно тепла человеческого общения им не хватает. Детское отделение рассчитано, это наше детское отделение, на 20 коек. На сегодняшний день все места заняты. Значит, детки, которые здесь у нас находятся, это первое, сначала обследование. Они обследуются на предмет возможного заболевания туберкулезом. И затем проводятся профилактические мероприятия. И второе, если диагноз туберкулеза установлен, то они получают длительное лечение в условиях нашего отделения. Минимум дети будут находиться в диспансере 2 недели. Столько длится обследование. Если останутся на профилактику, то 2 месяца. А если еще на лечение, то на 1/2. При желании к ним можно съездить. И не раз. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.